1000 рублей. Я хочу такую сделать сама, но немножко по-другому. Зашли мы в это. Посмотреть морозильные камеры. Что, резина? Ну как же, где мужчину можно искать? Можно искать только 1900. Кардиан Спорт. 1900. Да нет. Кардиан. Это вот это. А я вот 205 на нашу машину. 2700. 16, где? Ну вот и написано цена. 2750. Это 195. Ну вот, а цены стоят. Я смотрю по размерам. Это на них написано 195-65. 15 размер, видишь? Реально. Возьми шину, просканируй. Это фикс-сканер. Так, а это что такое в баночке? Это че? Очиститель стекла. Ну что, на машине. Набор автокосметики. Есть резина, нет. Может, она просто куплена, просто заплатили. А вон дальше лежат еще. Вон наверху написано что-то. Ну, около 3000, может, 4000 колесо. Ну, это которая твоя? Ну, 2900. Ну, нормально, да? Что? Ты такой хочешь? Это межсезонка, что ли? А, летняя, нам зимняя нужна. Уже заканчивается. На следующий год. Вот на следующий год и купим на следующий год. Может, машину поменяем. Зимнюю надо. Ну, а потом они со скидкой, что летом заканчивается. Ну-ка, а здесь сколько? Тоже 205. Здесь 4500. Ну, такой у нас немножко сломался. Циркулярная пила. Пять-шесть тысяч инструментов. Электрические. Лобзики на лобзики у нас есть. Циркулярка 4,5. 3,5-4,5. Ну ладно, пошли. 3 рубля. 3000 ЮКХАМа. 3400. Бутылки уже с ручками. Да, это ручка такая же, как вот эти. Вот. Пару раз поднимешь, она лопает. А какую же ты тогда хочешь? Пару раз поднимешь, 260 рублей. Она снимается, одевается. Так она снимается? Да ничего она не снимается, обычно там все заблокировано. Она вот так вот пару раз делаешь ее, она вот в этом месте лопнет. И а сколько там литров здесь? 19 литров. Чуть не похуже, да? Маленькие бутыли, да? Ну они шире, пошире. А мы за сколько зато покупаем? 190, 180. За сколько, а сколько она стоит? 260. Дорогая. От 5 штук. Одна штука 200... 289. 289. Одну берешь, 3 штуки, 274. Ну здесь же оптовик метра-то. Здесь же все оптом. А штучно везде дорого. Ну что, пошли морозилку смотреть. Помнишь, у тебя аппаратура стояла по одному краю. Воду будем бурить. Самое главное, что там воду и кольца ставить мало. А где холодильники у вас? Нет уже, только продукты остались, да? Будет 17 сентября вроде, только неизвестно, холодильники нет. На морозильнике нет. Нет, бытовуха возвращается, но мы не знаем какая. А что, не было ее? Убрали? Так, был медиамаг, он закрылся, возвращается назад своя техника наша, которая. Все понятно, я думал, это все метровская. 17-го что-то будет. Бытовуха. А, в конце сентября, да? Да, только что там будет, неизвестно. Да. Понятно, спасибо за информацию. Вот так вот. Потому что открылось сколько магазинов. Одеяло, подушки надо, все новое будет менять. Так. Здесь стояли половинки, да? Да, здесь стояли. Так, кстати. Честно, кстати. Кофеварку мы здесь покупали? Не, в глобусе мы кофеварку покупали. Да. Я здесь всю технику кухонную покупала. Короба. Вон она.
эту. Вот эту, да, я хочу, сушилку, вот эту, вот эту штуку. Вот эту я хочу. Ее и подушиваю. Скидка 5000. Вот эту я хочу. Вот. Тоже лет под 4,5. 8, точно, не весь, я тут не ценю. Она не врезная. Вакуумные упаковщики. Я хочу вакуумный упаковщик, но подешевле. Что-то они такие все дорогие. Что за вакуумный упаковщик? Вот что я хочу, Олег. Вот. Ну, это контур, я хочу этот. Как ее? Мулинекс. Я хочу Мулинекс. Всю технику я хочу поменять на Мулинекс. Ты все знаешь. Ну, да. Ну, видишь, он говорит, возвращается. Все тогда. Так, одна фирма здесь стоит. Дорогая, как. Внутри плитки. Это они не вредные плитки. Вот так стоят. Духовку надо мне туда. Всю технику нормальную. Духовки. А это что, под вино? Холодильники, да? Смотри-ка, под вино. Кстати, нам нам обарть. Лена, Люса. Привет, привет всем. Российский. Угу. И сколько на 16 тысяч? Ну вот для охлаждения вина на праздники, например, раз и все. А вам амбар надо. Весы у меня есть. Так. Вот я такой хочу контейнер, только большой. Куда? Мусор складывать, чтобы ни вороны не таскали. Вот мешки складываем, раз, только больших контейнеров продают, вот, которые стоят на улицах-то. Такие вот. Вот такой контейнер, только большой. Ну-ка, тазики 160. Тазики надо, дорогие. Белье. Кстати, вот хорошее белье складываем. Стиранное носить. Какой красивый тазик. Белье сушить, носить. Смотри, какая красота. Так, взяла нет. Подмышку? Нету, да. Такого нету. Линоль, да. Я хочу. Вниз. Ладно. 300 рублей. Пошли. Я не вижу, так. Да, надо поясок затягивать. Надо поясок затягивать. Швабра. Швабра. Сколько стоит швабра? 500 рублей. С эпической рукояткой. В общем, друзья, слушай, вот фонарики, смотри-ка, уличные. Ну, это мы все в следующем году. Она. Вот это я. Блогер. Вот, фото. Фотоблогер. Тоже фонарик. Да, красота какая, да? Смотри, горшки какие. Ух ты! Это пластик, я думала, керамика. Это все пластик. Я думала, вот это вроде похоже на... Нет, пластик. Я не хочу пластиковый. Вот это керамика. Или бетон. Да что керамика? Всего 500 рублей? А нет, это 2,5-500. Пластмасса 500. И пластмасса. Нормально. Видно, что гипс. Ой. Угу. В общем, мы набрали тут немножко коробочек, сказали с утра приходить, вспомнили, что метро можно набирать много. Смотри, какой фонарь большой. А, или что это батут? Сказали, что вспомнили, что здесь коробки все время набирали пустые. Пришли, осталось чуть-чуть. Сказали, к 7 утра приезжайте. Слушай, это сумка, холодильник. Нам сейчас не пробить, у нас карт этот менять надо. Мы трафики давно не были. Вот и пила, смотри. 13 тысяч, ничего себе. В общем, друзья, все. Морозильников нету. Ну все, пошли в Аксон. Походу надо затачивать его. Все, мы пошли дальше.